Недоволен вожак, что львица решила перемещаться. Ему хочется лежать. Ходить по жаре не хочется. Нормально или видно? Ну смотри. Смотри, папа, что у тебя? Три, двое. Вот еще львица под деревом, под яблоней. Точно как в саду Эдема. Тигры, да, оживились. Для них это тоже аттракцион. У них по телевизору только львиные истории. О, решила поохотиться. И там тоже. Ну, тигры-охотники. Они уже и на львов готовы охотиться. Ушла от вожака, легла к подружке своей. Вон кусок мяса валяется, ноль эмоций. Ну а вожак решил, поскольку они в пределах его видимости, то пусть лежат. Но если она куда-то дальше двинется, тогда и он за ней следом. А эта львица не изменяет львиному пляжу. Но эти охотники полосатые. Так, друзья, всем привет с львиного пляжа от львино-тигриной компании.